недели не для стариков и канители. К вашим услугам disposable тинейджеры в мозгах интернет, в глазницах пейджеры. Старые люди занимают жилплощадь, оккупируют скамейки, березовые рощи. Старых людей не берут на работу, зато в песнях они в почете. Старые люди никому не нужны. Старые люди обуза для страны. После 30 для вас двери закрываются. Смена поколений, это называется. После 30 некуда соваться, вы нам не нужны. Простая констатация. Кормите по утрам кошек и дворняшек, гоняйте чаи из треснутых чашек. Старперов ждут в реанимацию туры. Скатертью дорога, уходящая натура. Не актуальны пункты конституции, движутся назад эволюции. Старые люди никому не нужны. Старые люди обуза для страны. После 30 для вас двери закрываются. Смена поколений, это называется. Грамматика и правописание из тебя выжжет сок, старичок.